Всем привет, с вами Настя, сегодня 25 апреля, сегодня с утра было 0 градусов, наш подъем сегодня был в 6 утра, вот, значит, сегодня приедет мама мужа погулять с Катенькой, я тут кое-что заказала на Алиэкспресс, магнитные ресницы, хочу попробовать, и спонжик, я недавно была в Магнит Косметик, и там этот спонжик стоил 490 рублей, я заказала 2 спонжика за 70 рублей, кажется. А нет, 4 спонжика за 70 рублей. Вот, не знаю, когда они придут. Наверное, посылку будем ждать очень долго. Ну, в общем так, сегодня обычный выходной. Так что проведите время со мной. И я надеюсь, вам будет не скучно. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вот такие дела. День только начался. У Кати тут свой тусовочный угол есть. Катя? Где Катя? А вот она! Вот она! Любит она в этом углу почему-то. Да, Катя, ну, тусоваться. Снег получил. Да. Так, тусовался. Так, ну, дочку спать уложила. Вот тут вот варю супчик уже. Вот сварила ей рис. Это уже бульончик у меня тут куриный. И картошечку я сейчас пожарю. Вот у меня тут лучок, чесночок. Все это сюда. Вот кусочек грудки остался у меня. А это сейчас все сюда. Ой! Так, сейчас я аккуратно засыплю. Так, и засыпем. Вот что еще. Пирамишельку. Все. 10 минут. И супчик для Катюши готов. Здесь у меня картошка. Мясо я заранее замариновала, карбонат свиной, который вчера купила, вот слегка отбила и уже жарю. Супчик для дочки готов, здесь я сейчас для нее брокколику еще отварю, и вот уже картошка тоже почти готова. Ну все, салат сделала, стейки, это для дочки я уже наложила, здесь скоро будем обедать, это у нее тут осталось, про запас, остынет, я беру в холодильник. Для нас тут картошечка, это супчик дочки, ну а это вчерашний суп я готовила, я 2 тарелки приготовила, буду подогревать уже очень скоро, когда мы начнем обедать. Все, ждем обеда. Наш обед, вся семья в сборе, как это здорово! Приятного аппетита всем! Ой, ну все, мы все пообедали, все я прибрала после обеда. Саша помыл посуду, тоже помог, вот. Ну и все, ждем сейчас маму, она приедет, пойдет гулять с Катенькой. А мы зайдем тоже там в фикс прайс магазинчик, еще заедем быстренько в один. В общем, развеемся. Так, ну мы с мужем вот вышли, очень холодный ветер на улице, сейчас машина прогреется, и мы поедем в магазинчик, там надо какую-то лампочку, Саша, дайте купить надо, вот. Фух, прям очень холодно, наконец-то я еду на переднем сиденье, а то все сзади с ребенком, на переднем никак. В общем, потом фикс прайс, заедем еще. Уехали. Я сейчас зайду в фикс прайс, хочу свечки посмотреть для подсвечника. Саша, а ты Валберис, да? Конечно. Мы сможем фикс прайс. Так. Так, мне надо свечечки найти. Сколько народу то тут? Это что-то. Вот они свечки. Возьму вот такие, 77 рублей. Должны подойти как раз для подсвечника. Какие тут интересные штучки. Ой, возьму, наверное, их. Тоже положу в подсвечник. Так, еще нам мыло нужно взять. Давай возьмем овсяное, может, или с клубникой. Ну, овсяное сейчас. А давай вот это возьмем, мы такое не брали, с медом. С медом, молоко и мед. Такое мы еще не брали. 77 рублей. Опа, на, возьми.
Нет, это 55. Ну, возьмем. Так, еще надо взять средство для мытья посуды. Саш, возьми вот лаванду, Биолан. Леус. Цена хорошая. Нет, давай Биолан. Нет, давай Биолан. Потому что там он 1200 миллилитров, 77 рублей. Повыгоднее будет, чем вот это. Это тут меньше. Биолан мы брали маленькую. Он отличный. Вот такую возьмем еще. Кислый мармелад. На, Саш, возьми, пожалуйста, мармелад. Так. Так, ну да, давай еще вот эти кухонные щипцы железные. А то у нас одни пластмассовые после фритюра скукожились. Берем. Так, и губки вот для ванны. Это для ванны губки? Нет? Да, да, да. Да. Хозяйственные, да? Берем эти губочки. Одну губку такое для ванны, отлично. Носки тут можно очень выгодно взять. И теплые, и не теплые. Нет, такие уже жарко. На зиму. А что в холодную погоду? Так, ну сейчас мы тут еще кое-что возьмем. Наверное, попить, может быть, и чипсиков каких-нибудь. И пойдем уже. Прикольно, тут есть ядра подсолнечные, жареные. Смотри, семки в такой штучке. 18 рублей. Че? Ну давай такие возьмем, попробуем. Почем они? 55. 55, нормально, давай. Это просто газировка? Давай возьмем просто такую газировочку еще попить. Я хочу с лимончиком вот такую. Ну это кола, обычно кола. Кола? Ну я возьму такую колу. А ты какую возьмешь? Ну, я думаю, одну двоих? Ну давай одну двоих, все, пошли. Не, ну я давай рыбу возьму. Ну давай. Все, пошли. На карту завести. Ну все. Все. Кучу всего набрали. Сейчас возьмемся. Получилось на сколько? На 649 рублей. Саш. Дай мне водичку. Идем в машину сейчас. Так, ну дом покажу, как обычно, покупочки так по-быстренькому, что взяли. Ну, если мы что-то, конечно, не съедим к этому моменту. Муж еще пошел в Wildberries взять там заказ какой-то. Вот. В общем, я тут сижу, вот. Покупочки. Жду его. Сейчас домой поедем. Ой, знаете, наверное, не буду я вам показывать обзор покупок, что мы купили, потому что, в принципе, вы же и так видели, что мы купили. Купили все, что нужно. А сейчас вот мы с мужем решили парк прогуляться, да. Поищем, значит, маму с Катенькой. И, может, еще, кстати, подружку мою встретим. Она тоже сейчас гулять вроде как вышла. Так что мы лучше прогуляемся. Так. Сейчас будем вниз спускаться. Так, дай мне тоже чипсиков. Ну, то, что мы взяли. Ням-ням-ням-ням. Ну, все встретились. Идем домой. Ну, вот мы дома. Весь обзор покупки я не буду делать. Вот такая вот свечечка, да, видите, она уже сюда подходит. Вот так вот. А вот эти штучки я думала сюда положить, чтобы украсить. Вот так вот. Но муж говорит, что ни в коем случае нельзя так делать, потому что оно может раскалиться и будет тогда плохо. Сейчас посмотрим. Так, ну, а на сегодня этот влог подошел к концу, хорошие мои. Сейчас я вам покажу, что у нас получилось с подсвечником. Свет, конечно, небольшой есть, но все же. Смотрите. Какой красивый, да? Романтичный, красивый. Я не стала, как муж сказал, оставлять там эти камушки. Действительно, сильно очень нагревается, поэтому это пожароопасно. Лучше этого не делать. В общем, красотень. Завораживает. Сейчас дочке покажу, думаю, ей тоже очень понравится. Ну а на этом все, мои хорошие. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Всем всего хорошего, хорошего вечера, хорошего дня, хорошего утра, всего хорошего. Всех благ, с вербным воскресеньем, прошедшим, потому что это видео будет в понедельник, а сегодня вербное воскресенье. Всех с праздником, всем благополучия, счастья, любви и здоровья.
Всем до новых встреч. Пока.